В психбольнице Челябинска подрались два 16-летних подростка. Один из них получил разрыв селезенки. Инцидент произошел в психоневрологической больнице номер один. Драку затеяли два ученика коррекционной школы. Один из них получил серьезную травму – разрыв селезенки. В медучреждении они были на принудительном лечении. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В Минздраве Челябинской области подтвердили ЧП и сообщили, что сотрудники сразу же вмешались в конфликт и пресекли его.